На Ставропольской по соседним полосам движутся автомобили и строительная техника. Здесь уже провели фрезерование. Теперь подрядчик приступил к укладке асфальтобетонного покрытия, замене люков и подъему колодцев. Автомобилисты говорят, строительная техника для них не помеха. Но я сейчас проехала как бы без проблем, все нормально, но это же временно. Как бы временно можно и потерпеть плотное движение, почему же нет? Обычно ремонт дорог проводят ночью, чтобы не мешать движению транспорта. Но в этом году капризная погода внесла свои коррективы в планы. В связи с тем, что в текущем году достаточно большое количество осадков под ряд организаций, для того, чтобы не выпадать из графика и соблюдать график выполнения работ, мероприятия по укладке, по подготовке ведут в круглосуточном режиме и выполняют работы по погодным условиям, то есть, если говорить по-русски, то ловят каждый погожий денек, каждый солнечный день, когда работу можно выполнять днем, ночью, в зависимости от погодных условий. Всего на Ставропольской на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году приводят в порядок участок в границах улиц 22-го партсъезда и Нововокзальной протяженностью чуть более километра. Проезжую часть обновляют по всей ее ширине методом больших карт. Согласно муниципальному контракту предусмотрено применение высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона смеси «Щемела-16». Здесь уже все сняли, все покрытие сняли разрушенное. Сейчас только идет именно восстановление асфальтобетонного покрытия. В связи с большой загруженностью, в принципе, работ, приходится работать и днем, и ночью. Для этого пришлось немножко сузить транспортный поток. В принципе, движение не стоит, движение едет, мы его не закрываем. В этом сезоне в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре планируют отремонтировать более 35 участков дорог в самых разных районах областного центра, включая самые отдаленные. На сегодняшний день по двум контрактам генподрядчиками выполнено более половины работ. Например, уже готовы такие протяженные объекты, как улица Гагарина, Белорусская, Товарная, Магистральная, Волжский проспект. Таким образом, благодаря дорожному нацпроекту преобразились около 26,5 километров проезжей части. Свыше 14,5 километров сейчас охвачены работами. На очереди еще не менее 8 участков. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.